Так. Так, ребята, всем привет. С вами канал Ёжки ТВ. Сегодня я вам скажу, как это создать свои ошибки в Windows. Например, вы смело на эти видео хотите создать видео и музыка ошибки Windows, как и остальных пользователей. Например, американцы создавали тоже музыка ошибка Windows. А россияне просто с этого музыку с другого автора там. Это. Чтобы YouTube потом специально забанил видео. Итак, с вами канал Ёжки ТВ. Сейчас я покажу вам, как создать свою песню ошибку Windows. Для начала мы открываем блокнот. Мы должны ввести этот код. Так. Мы открываем Creator Windows. Ссылка в описании вообще не будет. Я вам честно говорю. Я просто в описании видео скажу этот код. И пост напишу всякое там. Для начала нам нужно ввести код XMSBox, имя, цифра плюс цифра и еще имя. Можем оставить так и написать, например, QuickFix to fix error. Это самое легендарное название ошибки. Включим на английский. Quick. Вот. Я вот так вот и выбрал. Теперь мы сохраняем файл. Нажимаем файл, создать, то есть сохранить как. И вместо текст мы будем любое название и расширение файла WebScript. Так, например, не так, как остальные, а error. Whoops. Всегда такой файл. Так, он сохранился у нас куда? Теперь смотрим расположение этого файла. Она у меня сохранилась сюда. Теперь нажимаем кнопку вызвать, если вы сохранили не туда. Я сохраню, например, на рабочий стол. Вот здесь вот она езжать не будет. Как видите, у нас появилась ошибка, когда мы открыли этот файл. QuickFix to fix error. Fix error. То есть, тут не fix, а окей, но она доступна даже. Это я такое сделал, и вы можете по своему даже. Так. Я же нажать да, нет, окей, ничего так не случится. Дальше но нужно делать другие. Смотри. Опять же ставим этот код. А теперь можно, например, другой значок. Значит, если поставить туда цифру 16, будет значок критической ошибки. Если поставить знак 32, появится значок помощи. То есть вопросительный знак. Если поставить цифру 48, будет значок внимания. А 64 информация. Вот я, например, поставлю 48. Вы можете по своему вкусу настроить свои ошибки.
Это вот не надо титул Message the Screen, а можешь так, если простую ошибку. Без всего, но это делать бесполезно. Так, это мы закрываем. Вот так вот всегда делать нужно только. Но это, наверное, сработает только на Windows. Это я так думаю. Так. Я пишу тут. Варник. Варнинг. Кам. Так делает этот. То есть не компьютер, а 632. Ну это шутки. Опять же нажимаем файл, сохранить как. Выбираю лучше рабочий стол. Есть, потому что у меня не занято. У вас может быть много ярлыков на рабочем столе, у меня мало. Поэтому сохраните где-нибудь в другом расположении. Хотя может, наверное, занять у вас свой диск. Так, тут я назову варнинг вупс. Это закрываем. Это сворачиваем. И вот она здесь сохранилась. Вот. Опять так же шутка. На самом деле, C2 у нас не удалился. Так, а теперь давай сделаем информацию. И help тоже. Обычно у help только нет звука. Поэтому только с информацией копировать. Хотя можно сделать звук. Это мы копируем. Опять открываем. Ой. В окно, у меня калькулятор открылся. Да я удалю его из списка. Ты не нравишься списку удалю, он мне не нравится. Потому что вообще пишет, купите лицензию. Я это ненавижу в Винраре. Опять открываем блокнот, вставляем. Тут самый код. И пишем тут уже 64. Это 2 для... Это, вопроса. Я на русском пишу. Я забыл поменять на английский. Хотя у меня даже русская версия. Непонятно, почему все время у меня изменять все на русский. В самом окне будет инфотест. Файл сохранить как? И назову его инфовыпс. Так. И как видите, у нас сохранилось вот эти вот три файла. Errorvips, warningvips и infovips. Это название, а это расширение файла VIPS. VIPScript. Windows Script. VIPScript.
как JavaScript. Но это не JavaScript. Теперь мы должны каждый открывать эти файлы. Идем так. И у нас будет каждый звук и появляться. И нужно вот так вот дальше открывать там. Warning. И info. После того можем закрыть это все. Для того, чтобы закрыть все окна, правой кнопкой мыши и закрыть все окна. Ну, у меня другая звуковая схема. Ладно, потом изменю. Потом я выложу продолжение и сделаю такую как бы музыку. И изменю звуковую схему на обычную у Windows. Так. А также можно вот так. Но это не получится, если у вас, наверное, в папке. Так получится, наверное, на Macintosh. Но я не думаю, что это получится на Macintosh, потому что у меня Windows. У вас может быть Macintosh, и у вас не поддержится, наверное, расширение файла в WPC. Ладно, наушники упали, ладно. Фиг с ними. А потом как бы выложу этот музон. Музыку такую как бы. А чтобы закрыть все, давай откроем, например, несколько окон. Так, теперь нажимаем на коробку разноцветную правой кнопкой мыши и нажимаем кнопку закрыть все окна. Вот все, мы их закрыли все. Это может быть, когда у вас конец песни, то есть музыки. Вот, наверное, голос нельзя туда вводить. Поэтому с вами был Ёжик, это вы, мы с вами прощаемся. Всем пока-пока!